А я всем говорю, ребята, можете принимать поправки Конституции, можете не принимать поправки. Это не имеет никакого значения. Все это проживет до момента политической или физической смерти Владимира Владимировича Путина. Скорее всего, обоих вместе. Вот. И тогда все начинается новый старт, новый стартап. Ну, вот, а теперь мы строим страну. Что очень важно. А, конечно, нужно дождаться этого, так сказать, его ни до боли, ни до биосмерти, но нужно быть готовым, так сказать, нужно усилиться к этому моменту, собрать все силы, мобилизировать все общество. Если этого не делать, и Украина, и Грузия, кстати, тоже встретят, так сказать, вот кончину путинского режима, а в таком состоянии, каким сейчас мы являемся на самом деле, может быть, нам ничего не удастся. Это очень важно. Угу. Нельзя терять время.